Лицей номер 43 – образовательное учреждение с естественно-техническим уклоном. В его стенах подрастают будущие изобретатели и ученые, которые каждый год отмечаются победами на различных конкурсах и олимпиадах. Педагоги признаются, это особенные дети с особенными интересами. Те дети, которые получают гранты, это дети не узкой направленности, не одного предмета. Это дети, которые пробуют себя в разных областях. В этом году гранты от главы республики получили 4 лицеиста, среди них 10-классник Илья Авдоничев. Он победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по географии. Признается, к естественным наукам у него особенная любовь. Именно через них юный исследователь больше узнает о мире и даже пытается разгадать тайные загадки Вселенной. Илья отмечает, полученная награда для него очень важна. Это было для меня очень важно, потому что такие мероприятия всегда очень вдохновляют. Это такое мероприятие, оно само ставит цель достичь его и потом дает импульс для дальнейшего развития. То есть оно помогает и до, и после. Сейчас Илья активно готовится к следующей олимпиаде. Уже стартовал региональный этап. Планы амбициозные – снова стать первым в Мордовии и выйти на всероссийский этап. 50% вот подготовки – это сам ученик. Вот как он заинтересован, какое у него есть стремление, какое есть желание. 25% – это работа учителя, заинтересовать вот с истоков, да, с начала. Ну и 25% – это удача, фортуна. Повезет – хорошо. А это Егор Кочетков, еще один талант 43-го лицея. Девятикласснику нравится изобретать и моделировать. В своей коллекции он насчитывает 5 уже действующих моделей и еще 3 в производстве. В детстве мне вот как-то раз я вот начал коллекционировать журналы, и вот пошло с этого, что я уже тогда пытался создать свои самолеты. Потом я оказался на кружке по авиамоделированию, и уже на этом кружке я стал создавать свои действующие летающие модели. Егор тоже получил грант. Признается, к этой победе шел давно. Денежная премия поможет реализовать его новые идеи. Сейчас идет работа над проектом для очередной олимпиады. Я думаю, все равно этот модель взлетит. Вот, поэтому вот его уверенность, Егора, вот, конечно, тут спорные есть какие-то элементы, но все равно, я думаю, вот этот модель мы будем представлять по технологии. Егор – настоящий энтузиаст, мечтает выпускать серии своих моделей, также уже решил, будет поступать в авиационный институт. Но это в дальнейшем. Сейчас для парня главное успешно выступить на региональном этапе олимпиады и победить. Юлия Мамаева, Евгений Фролкин, «Народные новости».